Владивосток, 5 ноября 2021 года. Листья осыпаются. Граф Николай Николаевич Муравьев Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири.
Всеволода Сибирцева, 15/4. В поисках новых ракурсов. Нужно будет сюда еще сходить, когда дымки не будет, чтобы сделать фотографии хорошие. Ну, ракурс. Ракурс здесь другой, чуть-чуть. Сейчас посмотрим, что здесь. Китайский квартал, кафе находится, учебный центр профсоюзов Приморского края.
дымка на Владивостоке такая какая-то. Всеволода Сибирцева, 20А. Адрес. Вот этот дом. Вон там внизу виден цирк. Ага. Всеволода Сибирцева, 22. Вот этот вот дом внизу старенький. Там он наверху какой-то старенький деревянный дом, уже развалюха. Здесь за адрес. Всеволода Сибирцева, 33. Там какой-то домик наверху. Здесь какая-то организация, что ли, находится. И прохода там дальше нет. Thank you.
Здесь ресторан, вон там наверху. Наверху ресторан, такие купола там. Какой здесь адрес? Всеволода Сибирцева, 37. Вот. Здесь такой адрес. Ну, дальше там прохода нет. Дальше там прохода нет. Что-то погода портится. Всеволода Сибирцева, 35. Вон тот дом наверху. Избушка, избушка стоит на высоте. Так, лестница старая, старая лестница. Всеволода Сибирцева, 22. Смотреть нужно. Там тропинка. Такой дворик с видом на Золотой Рог. Так, наверное, туда надо пойти. Камеры стоят, наблюдение. Так, какой здесь адрес? Всеволода Сибирцева, 24, вот этот дом. Что здесь еще можно посмотреть? Спускаемся. Здесь посмотрим. Красят фасад здесь. Надо узнать, что здесь за адрес.
Это у нас задний двор 9-й школы. Тротуара здесь нет. А здесь Матросский сквер.
Недавно этот сквер восстановили чуть-чуть. Ну, наверное, еще не все работы закончены. На следующий год здесь установят лавочки, возможно. Там наверху находится стоянка небольшая. Здесь был какой-то сарай, его снесли. И вот открылся этот дом. И вот такая вот здесь стоянка. А вон там качели. И вид на набережную Цесаревича. И с этого сквера можно спуститься на набережную Цесаревича. Вот такое вот пространство обновленное появилось во Владивостоке. Здесь раньше была кирпичная стена, которая закрывала вид. Но ее снесли, и вот можно теперь с этой точки любоваться Золотым Рогом. А здесь находится какая-то танцевальная студия, что ли? И вот выходим на набережную Цесаревича. Здесь такой большой якорь.